В городском округе Люберцы продолжаются работы по программе капитального ремонта. В поселке Красково ведется утепление фасада одного из многоквартирных домов. Глава округа Владимир Ружицкий проверил ход работ. Мы фасад завершаем в декабре? Да. Что так долго? Будем раньше завершать. Конечно, пока дождей нет, надо как-то бросить все силы и сделать. Да. С конца июня длится ремонт фасада в девятиэтажке на улице Школьной в Краскове. Сейчас ремонт выполнен на 35%. Дом покрывается навесными материалами. Работы проводятся по программе капитального ремонта. На данный момент выполнено порядка 1200 метров квадратных. Это устройство подсистемы и утеплителя. В дальнейшем фасад будет весь полностью укрываться металлокассетами. То есть весь облик фасада будет заменен. Цвет облицовки управляющая компания согласовала с жителями. Приняли решение, что дом будет в бежевых тонах. Меняют фасад не только для улучшения облика здания, но и для утепления. Были жалобы жильцов дома на то, что зимой в квартирах холодно, особенно при низких температурах. Поэтому было принято решение утеплить фасад. Я думаю, что в ближайшие тут 1,5-2 месяца эти работы будут завершены. Еще в доме нужно поменять трубы. В следующем году запланирована замена инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также канализации. Всего на данный момент в округе ведется ремонт в 24 многоквартирных домах, в которых работы планируется завершить в декабре текущего года. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.